Соборное послание святого апостола Якова, 1 глава, с 5 по 8 стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Мы сегодня поговорим о неблагодарности. Давайте вспомним о том, что мы говорили в одной из последних программ. Вернее, вспомним одно очень простое слово. Это диакрина. Разделять, разводить, разлагать. Яков говорит нам о том, что природа сомнения состоит в еще одном мнении. Представьте себе, что есть некий вопрос, и у Бога есть своя точка зрения. У Бога всегда есть своя точка зрения на все. Но есть еще одна точка зрения, еще одно мнение, и это и есть рождение любого рода сомнений, когда Богу, его мнению противопоставляется чье-то еще. Раздвоенный человек раздвоен во всем. Даже получив просимое, он будет продолжать сомневаться, и, скорее всего, он не начнет верить. Он не будет благодарить, и он не станет признавать собственные ошибки. Любые подарки, любые дары он примет как должное. Сомневающийся человек не тверд абсолютно во всем. Он сомневается во всех утверждениях, он постоянно живет, знаете, в таком окружении множества вопросов и видит свою жизнь в том, чтобы, подвергая сомнению все, таким образом находить, как они думают, истину. Делая так, он становится судьей, вершителем судеб. Он определяет, что правильно, что неправильно. Отказываясь соглашаться с точки зрения Бога, такой человек возвышается над самим Творцом. Как вы считаете, возможно ли сомнению привести нас к познанию истины? Я буду очень благодарен, если вы в комментариях напишите ваше мнение.